сколько бы я ни смотрела, как мои коллеги занимаются спортом, но никак не могу себя уговорить. Люблю как тюлень пассивный образ жизни. Смотрю на своего мужа. 50 бассейнов в день. Это норма. И восхищаюсь. Поэтому в старый Новый год посылаю вам голубую воду плавающего своего мужа, который ведет здоровый образ жизни. И, в общем-то, всем желаем его в Новом году. Ну, а я буду потихонечку вести нездоровый образ жизни периодически, хотя бы однажды. В мире должно быть равновесие. Не могут все ни пить, ни курить, ни есть жирного, сладкого, не ходить по ночам к холодильнику. Ну, в общем, о себе я все рассказала. Хотя, честно, сбросила пару килограммов за этот отпуск.